Здорово, друзья! Супер матч, Бундеслига, Бавария против Боруссии. Бавария, конечно же, сейчас у нее уже вся цель это на Бундеслигу. Первое место, Боруссия второе место. Разница там приличная. Бавария вылетела с Лиги чемпионов. Многие погорели. Ну ладно, речь-то у нас сейчас Бавария, Дортмундская Боруссия. 23 числа в 19:30. Между собой команды лупят очень много голов, там по 5, по 6 голов. Но, друзья, посмотрел я на тотал, тотал больше 3,5 дают, 1,64. И ну, какая-то замануха, думаю, не стоит сюда лезть, какого-нибудь дурачка, может, одного забьют, и все решится, да. Но, конечно, может, банок и 7 забьют, все может быть. В общем, все-таки лучше, думаю, здесь заиграть на статистику. Угловые больше 10 в матче за коэффициент 2,07. Вот такая вот у меня мыслишечка. А ты как думаешь? Ну вот, друзья, он даже эксперт не знает. В общем, угловые больше 10 за 2,07. Ну а вы свои мысли пишите в комментах. Пока.